Приветище, это Barn Finders, и мы продолжаем. Тихий лес, амбары-близнецы. Ух, ночь приехали. Дядь Биль, чё орёшь? Эй, полегче, малец! Должен сказать, это тебе не хухры-мухры. Ты про что вообще? Ты чё, инопланетян увидел, что ли? Чё ты орёшься так, а? Сюда вниз можно спуститься. Так, достаем топорик. Разламываем тут всё, как вандал последний. Ништяк. Тут, кстати, можно залезть, что ли? Точняк. Хы. Это что было? Я хыкнул, и кто-то вместе со мной орнул. Стрёмненько тут как. Может, тут реально какая-нибудь нечисть водится? Ты слышал? Где-то здесь. Ну-ка, крикни еще раз. О! Вот кто это так орёт? Вампиры, что ли? Сегодня полнолуние, между прочим. Очко у меня. Ладно, если что, меня дядь Билли прикроет. Первым сожрут его. Надеюсь, знаете. Так, что нам тут нужно-то было найти? А, ну да, статуэтку какую-то. Сейчас мы ее найдем. А кровать, интересно, можно разломать? О, подушку. Подушку забираем. Залезем сейчас на второй этаж. Фонарика здесь чертовски не хватает. Капец как. Первый этаж обычен, хотя тут есть дверь, но она закрыта. Полезли на второй. Вот эту штуку можно забрать, починить. Давай-ка к нам в тачечку. Тут вроде бы все. Дверь это не открывается, или это просто окошко было. А, о, тут еще есть. Сенушка моё. Я поспал бы на тебе. Но сегодня ночная смена, поэтому мне не до сна. О, телек. Точнее, компьютер, монитор. Вот он ключик, который мы искали. Погнали отпирать двери. Дверки, дверки. Что у нас? А, это гараж. Это гараж. Еще один комикс. Какая-то фоточка, кружка, кружка. Фоточка. Это все разламываем. Веревочки собираем. Так. Коробочки. Где что-нибудь ценное-то, а? О, каска. Ништяк. В тачку убираем. Тут вроде бы больше... А, вот алюминиевая баночка, мусор. И вроде бы все. Краска. Ништяк. Со стола ничего собрать нельзя. О, это что, тарелка подъемника? Видать, она нам сейчас где-то пригодится. Это можешь сломать. Ящичек не отпирается. Тряпочку можно убрать. Рот 666, еще. У меня такая уже была с предыдущей поездки. С хранилища спер. Или не спер. Так, тут все. Погнали в лес. Тропиночка от моей... Блин. Вот это кто такой? Можно туда пойти, а можно сюда пойти. Ну, пойдем сюда, поболтаем с этим чуваком. Ты что тут трешься? Это аукционер, что ли? Ты кто такой? Агент-агент. Ты же с инопланетяшкой. Разве нет? MBI. Люди в черном, все дела. Давай поболтаем. Ты что тут делаешь? Я мусор собираю. Это место находится под защитой МБР. И что? Тут мусор зато есть прикольный. Короче, он кроме как фраз «ты что тут делаешь?» и это место находится под защитой МБР, больше ничего не знает. Вот эту штуку забираем. А тут интересно, есть золотая, точнее неправильно, golden туалетная бумага. Ящики. По-любому есть. Просто нужно хорошо присматриваться. А еще нужно смотреть под ноги. Ух ты, штатив для фотоаппарата древнего. Вот мусор, пожалуйста. Про что я и говорил, надо обязательно смотреть под ноги, а то и тут куча всего ценного. А дерево можно срубить? Нет, дерево нельзя. Это тебе не лесоруб. Если мы шли тогда туда, в этот раз пойдем сюда. Не туда, так сюда. Налево пойдешь. Сказку найдешь, направо пойдешь, невесту получишь. А прямо пойдешь, к смерти придешь. Ёк-макарюк, шепот какой-то у меня в башке. Вон там статуя светится, которая нам нужна. Почему у меня нет фонарика, а? По-любому его можно купить. А я тут гоняю в темноте. Ни шиша не видно. А вот зачем нам колесо было для подъемника. Теперь мы можем подняться наверх. Смотри. Это кто такой? Агент-агент?
Чую здесь сильные аномальные волны. И что? Я тут шепот слышал. Чую здесь... Да ты задолбал. Опять 1.25. Давай заходим, короче, внутрь. Welcome. Этот шепот меня доконает. Разламываем все, что тут есть. Потому что там спрятано что? Швейная машинка. Забираем. Материал тоже забираем. Фонарик, фонарик. Ну где же тебя найти? Что-то там за тряпочка какая-то. Подставка. А, приставка, Мика. Приставка. Обалдеть. Дэнди типа что ли? Еще тряпка. О, наконец-то свет. Это кто? Еще один разработчик? Я сломал его. Калькулятор. О, лис. Прикол. Кофеварка. Отлично. Зачем я свечу уничтожил? Не знаю. Так, двигатель для подъемника. Поставим потом. Шкура какая здоровая. Почему я не могу таскать свечи с собой? Че, тут второго этажа нету? Есть. Но туда забраться можно только на подъемнике. Ну хорошо. Тут еще что-то есть. Дверь в двери. О, мадам какая. Че, вроде бы все тут, да? Ух, погнали. Подъемник, как тебя отремонтировать? Вот. Все, он должен работать. Ага, и мы поднимаемся на второй этаж. Чудо чудесное. А я ел растишку в школе. И все, дальше нет продолжения этой песенки увлекательной. Просто ел растишку в школе. Короче, вот эту штуку мы искали. Боксерский хомяк. Забираем. Че это? Дирол какой-то. Искомый предмет найден, отлично. Но я здесь еще не все собрал. Что-то здесь еще есть. Если честно, мне тут не очень хочется лазить, потому что тут очень темно. Может, когда будет фонарик, я сюда вернусь, а так... О, смотри. Это что там за дела? Ты кто такой? Обалдеть, это инопланетянин был. Он там буги-уги танцевал свои. Заманивал меня. Сейчас тут... О, кресло, отлично. Убираем его. И тут еще вот лежит что-то. Давай бухнем. И увидим сны. Крепкие сны. Инопланетяне кого-то призывают. Какого-то демона, что ли? Божечки, они призывали огромную курицу. Плакат теперь в коллекции. Все, валим с этого дурдома. Здесь точно аномалия. Чувак, я там видел такое. А он до сих пор со своей аномалией. Ну и сиди тут. А я погнал. Наверное, смотри-ка, что я нашел. Единственное, я не услышал шума туалетной бумаги. Туалетная бумажечка. О, матрас. Да, тут, короче, надо бродить по лесу в поисках скрытого какого-то предмета. Но я не хочу это делать, мне лень. Погнали! Короче, я не нашел 3 предмета. Золотую бумагу и коллекционный предмет 2 штуки не нашел. Дядь Билли, давай разгружай, тащи все. В хранилище, как обычно, красавчик. Ну, шо? Давай сейчас быстренько починим то, что можем. Вот, например, вот эту печку какую-то. Так. Хорошо, что материал у нас до кучи. Интересно, сколько эта печка будет стоить? Надеюсь, дорого. Дорого, сердито, богато. Предмет починен. Шикарно. Чё, неужели я его могу продать за 465 баксов? Вот это чума. Мне нужно починить срочно вот эту штуку. 265 баксов стоит починка. Эх, а тут сколько? 265, да блин. Нет у меня столько денег. Еще осталось нам починить кресло. И в принципе можно пойти поспать, а завтра утром будем продавать. Сон, милый сон.
Среда, 7 утра. Мне продуло жопу, потому что я не закрыл опять дверь. Щоп их всех. Дядь Билли даже не позаботился. Короче, дело к ночи. Раскидываем вещь. О, нифига себе, сразу все поставилось. Ну, круто. Открываем наш магаз. Опен. И ждем наших, значит, любимых посетителей, которым сейчас будем впаривать самую дикую дичь. Итак, дама-дама хочет у нас купить телек за 200 баксов, но я, наверное, она даже 220 предлагает. Ну ладно, не буду торговаться, забирай. Зашибись, чувак. Теперь мы можем починить вот эту вот полочку. Можем же? Можем. А значит, мы сюда сейчас поставим еще что-нибудь. Например, нельзя разместить. Вот этот поворот. Надо было вот это, наверное, починить. Эх, дрёха я, большая полка. Надо было очень большую полку починить. Ну ладно, фиг с ним. Так, Дюк Трекер, чувак, с которым можно поторговаться, давай. Опа. Плюс 40 баксов, вот это навар, вот это круто. Больше торговаться с ним не буду наглеть. Все-таки навар плюс 40 баксов, это практически 20% сверху он накинул, это круто. Че, большие предметы мы все? Нет, не все, у нас там еще что-то было. Во, кресло вот это. Кресло за 500 баксов, очуметь. И вот это швейное 260 баксов. Так, ДК-бокс хочет у нас купить. И сколько навар? Плюс 26, отлично. Могу еще поторговаться, давай понаглеем. Ну-ка. Плюс 65, нифига себе, вот это я нормально наварился. Чудно. Вот это продажи поперли. Так, еще продавец хочет купить что-то. Каску ты хочешь купить? Ну-ка, будет навар. Это мое последнее предложение, я больше не дам тебе ни цента. Ну хорошо, забирай. Она рада. Еще что-нибудь выставить могу? Могу. Большая полка. Это не полка, это печь, которая стоит, смотри, 465 баксов. Ждем покупателя. Так, 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 инопланетяшка пришел. Он хочет... Не стоит тратить на это время. В смысле? Он хотел за 500 купить это кресло и... Ну ладно. А ты что хочешь? Лису хочет купить. Давай поторгуемся. Слушай, либо бери, либо вали. В смысле, это он мне сказал? Ага. Ладно, покупай. Ага, такой типа, это я тебе сказал. Ты офигел, чтоб ты больше не появлялся в моем магазине. Чертов барахольщик. Так, 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 агент пришел, хочет купить это кресло. Имя Бобби Грей о чем-то тебе говорит? Что-то знакомое, а что? Классная лавочка. Ты покупать-то что будешь, нет? У меня тут клиенты вообще-то. Не видел ничего подозрительного. Да капец, задолбал. Профукал клиента из-за него. Опять ты. Может, ты купишь что? Что вы думаете о высадке на Луну? Я думаю, что это все фальсификация. Так. Ах, не. Ах, не, ты что, русская, что ли? Дай поторгуемся. Сейчас. Вот так вот. Слушай, либо бери, либо валь. Еще одна, блин, нашлась тут. Блин, не получилось. Плюс 47 баксов. Нормально. Забирай. Классная теточка. Сперва она мне не понравилась, но потом все пошло по плану. Мы уже подняли с тобой немереное количество бабла. Билли тут сидит, пердит. Но не страшно. Главное, что он на улице пердит. Так, ну чё? Вроде бы все, да? Все практически продали. О, мадам, здрасте, я вас раньше не видел. Хочет купить кофейную машинку. Поторгуемся с ней. Плюс 8 баксов, меня устраивает, но могу еще поторговаться. Так, плюс 20 баксов. Давай в наглую, до последнего. Ну-ка. Слушай, все, она, короче, на больше не готова. Я вытащил с нее максимум. О, снова инопланетяшка прибежал. Бобби Грей. Тебя, кстати, искали тут, чувак. За 500 хочешь, да? Давай поторгуемся. Блин, не получилось. А, ну плюс 50 он мне все равно накинул. Че, неплохо? Забирай. Все. Все продано, да? Все же продано. Нет, еще микроволновка осталась. Давайте по-быстренькому микроволновку покупайте, и я пошел, короче, чинить свой мопед. Мечта моя, мечта, починить свой драндулет, мопед. Двери закроем, и к нам все равно посетители придут. О, кто-то пришел. А где? Кто? Я не вижу. Неужели у вас кто-то хочет покупать? Реально, кто-то УАЗик хочет купить. Это же аукционер. Так, ладно, попробуем с ним поторговаться. Ну-ка, 120 сверху накинул, еще поторгуемся давай. Блин, больше не накинет.
Ну ладно, забирай драндулет. Классно, да? Тачку продали. Ништяк. Так, построим сразу сборочный пункт. А вот и мопед можешь собрать, смотри. Для создания новых предметов совмещайте уже имеющиеся. Ищите иконки пазлов, они вам пригодятся. Чтобы собрать предмет, нажмите среднюю кнопку. Ну, это понятно. Все, сейчас будем собирать свой мопед. Ямаху. Мотик Ямаха. Че, кто-нибудь придет? Нет, купит у меня эту. Вот эту штуку. Это агент-агент? Нет. Мексикос какой-то. Давай торганемся с тобой. Дашь бабла? Нет, не дам. Че ты такой жадный? Не хочешь. Ну ладно, забирай, пофиг с тобой. Можно было ему отказать, но я сегодня добрый. Так, значит, давай мы построим еще вот эту штуку. Вот это что у нас такое? Что тут можно? Полку поставить какую-то, да? Ну ладно, пока не будем. Вот это сделаем. Пофиг, давай полку сделаем. Ладно, че, я сегодня добрый. Вроде бы все, в магазине я все сделал. Все починил. Пойдем теперь мопед доставать. Блин, ну конечно, каждый раз бегать отсюда и таскать материалы, это не очень круто. Может, там есть возможность как-то кнопочку одну нажал, и там предмет сразу появился из хранилища. Так, вот колесо заднее. Ну да, походу придется бегать. Эх! Последняя деталюшечка! И мопед наш собран. Нажимаем кнопочку. И все. Предмет собран! Отлично. Давай попробуем его поставим сюда, на эту полку, чтобы он продавался. Как мне сюда поставить что-нибудь? Давай-ка развернем. О! И поставим здесь. Ну-ка. Ну вот, ровненько прям поставил. Можно как-то его теперь продать? 1200. Ну и шикарно. Ну чё, как тебе, мотик? Единственное, сам я на нем гонять-то не буду. Это, конечно же, все на продажу. Ну, короче, я прям в шоке. Я в восторге. Я не в шоке, я в восторге. Так, давай я его вначале вытащу вот сюда. Тут пофоткаю. Типа на превьюшечку. Четкий моцик. Ну все. Давай его вернем на продажу. Я думаю, что на сегодня может закругляться. Мы выполнили много всякого интересного. Курица пошла вон отсюда. В общем, если тебе понравилась эта игруха, то есть тебя лайк, подписывайся, если ты еще не подписан. И пока. Увидимся в следующем видео.